Привет, ребята. У друга день рождения через полторы недели. Точнее, день рождения было еще в январе. Будем праздновать его в конце февраля. Это даже хорошо. Обычно мы празднуем в марте, в апреле. Так вот, нужно что-то сварить быстрое, классическое, ну и такое, немножко слегка хмелевое. Для этого рецепта нам понадобится, ну, на нас срок полторы недели, дрожжи М12. Должно сфокусироваться, наверное. Это квейки. А мы будем с вами варить Centennial Blonde Ale. Рецепт довольно простой, незатейливый. Для него нам понадобятся дрожжи. Как я уже говорил, М12 полпакетика. Остальные полпакетика оставим на весну, на лето. Что-нибудь тоже быстро отварю я на них. А почему полпакетика? Потому что у нас объем партии будет небольшой, 18 литров. Это уже на выходе. Также понадобится хмель Centennial. Здесь упаковка 50 грамм. Пол упаковки 25 грамм. Альфа-кислота 8,9 у него. Этот хмель называется еще супер-каскад. Он дает цветочные, цитрусовые нотки. Опять же, почему Blond Ale? Потому что, когда я вводил параметры этого пива, я его сам создавал в брюфазе, он мне показал, что больше всего этот рецепт похож на обычный светлый эль. По алкоголю мы планируем получить 5,2. Не знаю, получится или нет. Давайте основные параметры еще скажу. Начальная плотность 12,2, конечная 2,3. Но это так в идеале будет. Посмотрим, как оно получится. По цветности тоже мы попадаем ровно характеристики Blond Ale. Горечь будет 20, то есть IBU 20. Солода понадобится немного, 3 килограмма 750 грамм. Базовый солод будет Chateau Pale Ale от Castle Malting, 3 килограмма 300 грамм. Хороший базовый солод. К нему решил добавить 300 грамм Шато Виена, это венский солод, тоже из Бельгии, от Castle Malting. Он нам даст такую небольшую солодовость. Все-таки венский солод, как по мне, он такой более-более раскрывает солодовость. 300 грамм вполне хватит. 100 грамм Карапилса, это немецкий солод, он нам даст тело, повысит плотность и повысит пеностойкость. Я стараюсь всегда этот солод добавлять, правда сейчас его в продаже уже, я так понял, тяжело найти, но у меня еще в остатках есть. Ну, такая, не знаю, у меня фишка, не знаю, нравится он мне, просто нравится. 100 грамм в небольших количествах я его сюда добавляю. И 50 грамм Шато Караголд. Хороший солод, он даст нам янтарные нотки и карамельный аромат. Немножко его добавлю. Мне вообще Караголд нравится, у него такой аромат приятный. Ну, я вот когда солод рассыпаю по пакетикам, чтобы отвезти его на помол, прям Караголд самый-самый приятный аромат. Такой тонкий, карамельный, класс. Пока что все довольно просто, ингредиентов немного. Опять же, Караголд можете не добавлять по желанию. Температурная пауза, точнее затирание у нас будет однопаузное, 67 градусов, 70 минут. Но я позанимался немножко с водой. Вода у меня с осмоса, здесь прям довольно, для 18 литров довольно много придется солей, минералов добавлять. Хлорид кальция 3 грамма, соль обычная пищевая 2 грамма, мел 1 грамм, эпсома соль 4 грамма, гипса 4 грамма. И еще, чуть не забыл опять, это ирландский мох. В конце, за 5 минут до конца кипячения, добавим одну таблеточку. А вот по соли хотел сказать, я всю соль добавляю в затор. Но не заморачиваюсь я с тем, чтобы потом во время кипячения там что-то добавлять. Я первоначально сейчас наливаю водичку и сразу добавляю соль. Может, неправильно, но так проще, так мне удобней. pH у нас будет 5,5, хороший pH для нашего пива. Будем его регулировать. Ну, по-моему, мы без молочной кислоты и без соды должны выйти на pH 5,5. Проверим. Заторной воды будет 22 литра, 740 миллилитров. А промывочной 6,5 литров. То есть, опять же, объем небольшой. В целом, интересно посмотреть, что получится. Я один раз пользовался квейковыми дрожжами. Не помню, этими или нет. Не знаю, даже записывал видео или нет. То есть я посмотрю, если найду, то ссылочка появится. Хорошие дрожжи. А, давайте сразу вам расскажу, как это все будет бродить. Очень важно. У нас будет обычный белый бак 32 литра. Но крышка. Крышку я уже вчера сделал. Здесь термометр, это понятно. Сюда вставляем гидрозатвор. И здесь, видите, электричество. Здесь у нас нагреватель. Он, по-моему, до 32 градусов максимально нагревает. Но, в принципе, он будет на максимум работать. Это нам и на руку. То есть мы будем бродить пиво при 32 градусах. Ну, думаю, дня 3 максимум. Проверим. Хорошо бы использовать таблетку. Я уже сварил гречишное пиво. Оно там сейчас бродит, таблетка там. Таблетка, которая измеряет плотность.
Кстати, хорошо работает, график строит, прекрасно. Но таблетка у меня одна, а пиво будет бродить 2 штуки. На улице сейчас зима, оставив в комнате, включим нагреватель, 32 градуса будет обеспечено. 3 дня сбродим, точнее 3 дня побродим, перельем в кеге на 1-2 дня и потом уже будем разливать. Будем использовать пищевую углекислоту, 2,2 наверное, атмосферы я поставлю. 18 литров, 1 кега ровно. Почему такой объем? Потому что 1 кега. Кипячение у нас будет длиться 60 минут. В начале кипячения добавим 7 грамм хмеля Centennial на горечь. И за 10 минут до конца добавим 18 грамм тоже хмеля Centennial. Это уже на ароматы. IBU, напомню, 20. Кому нравятся пивные обзоры, ставьте палец вверх. Буду почаще снимать, может быть, небольших объемов. Пишите комментарии, если есть какие-то вопросы, отвечу. Можно поставить колокольчик, тоже не возбраняется. Ну, кому не нравится, поставьте палец вниз, тоже все понимаю. Я приступаю к варке пива. Думаю, часов сейчас 6 это все у меня займет. Быстренько сварим, быстренько у нас оно отбродит, разольем и будем пробовать. Максимально все быстро сделаем. Забыл сказать про пит. Пит у нас будет построен так. П 0,44 и 0,0018. Коэффициент D мы трогать не будем, он будет по нулям. Вот такие показатели я выбираю, когда делаю небольшой объем пива, ну, в районе там 18 литров на выходе. И еще забыл сказать тоже, промывочная вода 80 градусов, тоже не забывайте это. Возьмем китайскую кегу, я уже ее открывал. Ставим бак сюда, чтобы у нас он повыше стоял, чтобы быстрее пиво под собственным весом сливалось с кегу. Вставляем сифон, так на поверхности я предпочитаю. И подкачиваем. Помните, была маленькая-маленькая, точнее пол пачки дрожжей. И вот как они отлично сбродили. Давайте продегустируем, что у нас получилось. Варили мы Centennial Blonde Ale на квейках. Варил я его 15 февраля, сегодня 26 февраля, а разливал я его 22. То есть с момента варки прошло, ну, там 11 дней, скажем так. Быстро, но можно было раньше пробовать, но не было возможности. Мы пиво старались сварить как можно быстрее. То есть, в принципе, с момента, когда я его отварил, до момента розлива могло пройти, ну, 3 дня. 3 дня. Я просто 3 дня еще подержал в кегах при температуре 4 градуса. Вы можете вот этот шаг пропустить и через 3 дня разливать пиво и уже его пить. Класс, класс. Попробуем, как наши дрожжи М12 сработали. По IBU здесь получилось 17, хотя я первоначально говорил, что 20. Я перепутал альфа-кислоту у хмеля Centennial. Начальная плотность 11,9, конечная, мерил ареометром 1,5.
возьмем, что полтора плотность, там точно непонятно, но может быть 1,3, 1,4. Я взял полтора. По алкоголю 5,3. Это просто светлый эль, который мы сделали с вами на хмеле Centennial, чтобы понять, как он работает, самому интересно. Газировал я все углекислотой, 2,5 атмосфера. Пенка должна быть хорошей. Ну, вот уже дымок идет. Все супер. У нас здесь красивый бокал. Ну, супер. Пены много. Мы с вами еще добавляли карапилс для тела и для повышения плотности, и для пены. Вот только разлил, и уже чувствуется аромат такой хмелевой, вкусный-вкусный. Реально цветочный, цитрусовый немножко, но скорее цветочный. Даже через пену пробивается. Давайте немножко подождем, я еще чуть-чуть подолью. Цвет. Цвет янтарный, хороший. Не знаю, должна камера сфокусироваться, надеюсь. Выглядит шикарно. Пена хорошая. Мелкая, как я люблю. Попробуем. Ну, это очень вкусно, это мягко. Я уже это пиво пробовал пару дней назад. Что мне в нем понравилось? Во-первых, хмель Centennial. Прекрасный хмель. У меня есть самый любимый хмель Амарилла. Centennial, думаю, на втором месте. Второе, третье место. Ну, там еще есть традиционные хмеля, которые мне нравятся. Но здесь хмель прям богатый. Богатый хмель IBU 17. Не горчит, но при этом хмелево. Прекрасно. Пиво очень мягкое. Вот это вот супер. Оно такое нежно-нежное получилось. Я уже делал сливочный эль. Но я прям, правда, там добавлял лактозы. Для сладости, для мягкости. А здесь без добавления лактозы пиво получилось супер мягким. Супер лайтовым. Ну, в лайтовом хорошем смысле слова. По алкоголю 5,3, я напомню. Прекрасно. Дрожжи М12 сработали отлично. За такие сроки получить вот такой вкус и такой аромат. Ну, ребят, даже не знаю. Я хотел взять на сравнение какой-нибудь, ну, обычный блонд эль. Ну, светлый эль, так называемый. Но не нашел. Поблизости не нашел. Не стал уж заморачиваться, ехать далеко. Потому что обычный блонд эль, какие бывают, бельгийские. Но они уже покрепче идут. Ну, совершенно другой уже немножко формат. Здесь мягкий, хороший, светлый эль. Прекрасно. Я, опять же, напомню, Амарилла Pay Ale я делал. Сейчас ссылочка появится, либо уже была. Вот тот Pay Ale был номером один. Этот Blond Ale Centennial номер два на лето. На лето попробуйте, сделайте. Возьмите прям вот, заморочитесь. В таких же пропорциях. Ну да, карапилс сейчас не найти. Ну хорошо, без карапилса. Караголд немножко для цвета. Прекрасный цвет. Немножко венского солода для такой солодовости. И PL. Легкий рецепт. Летом жара будет, возьмите, сделайте. Дрожжи М12. Пол пакетика на наш объем 18 литров за глаза. До этого было видео про гречишный эль. Вот если сравнить два напитка. Я понимаю, не очень хорошее сравнение, но мы гречишный обозвали тоже Blond Ale, как бы. Он тоже проходил по BGCP, как Blond Ale. Но вот это мне все-таки нравится поболее. Потому что там гречишное, оно такое более грубое, более такое серьезное пиво. Здесь легкий, прекрасный вариант на лето. На этом обзор окончен. Сравнивать не с чем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все смотрю, стараюсь каждому ответить. Спасибо за просмотр, особенно тем, кто досмотрел до этой точки. Всем пока!